Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы будем с вами листать раскраску. Это вот альбом для раскрашивания, называется «Летом». Из серии издается «Более». Эта раскраска издается более 30 лет. Художник В. Каневский. И с обратной стороны написано, что иллюстрация 86-го года. А издана с издательством «Стрекоза» в 16-м году. Я обожаю эти раскраски, потому что, ну, во-первых, они просто добрые, позитивные, очень милые. Иллюстрации вообще как бы с детства знакомы некоторые. Вот. Поэтому, конечно, мне нравится и просто перелистывать, и раскрашивать. Здесь глянцевая обложка, она такая добротная. Здесь различные зверюшки, очень мило нарисованы. И, как видите, здесь еще и цвет немножко задан. Такая нам подсказка, судя по всему. Здесь прекрасно подойдет акварель, акварель-луч детская. Ну, по крайней мере, раскраски из этой серии я крашу акварелью, как правило. Ну и здесь еще идет у нас текст. Поэтому и детям, и взрослым будет интересно. Хорошо летом. Солнышко теплое, ярко светит, от легкого ветерка листочки на деревьях шелестят, будто шепчутся, земля покрыта травами да цветами. А у лесных обитателей тем временем малыши подрастают, сил набираются. Вот в тенечке под деревом ждет мама пушистый олененок. Конечно, и даже вот листочки, вся травка, она настолько классно прорисована. Все зверюшки такие замечательные. Дальше. Пестрая сойка разбудила барсучка громкими резкими криками. Вышел он из своей норки голодный, а тут на тебе грибы. Когда только выросли, вот и завтрак для барсучка. Смешной тонконогий лосенок неподалеку топчется, веточки да листики жует. С утра мама накормила его жирным молоком, но разве можно устоять перед свежей сочной травой? Красота вообще. Грибы. Так, а здесь у нас что? А что за шум доносится из зарослей малины? Это братцы-медвежата хозяйничают. Один сладкие спелые ягоды рвет, а другой увидел муравейник и давай муравьев ловить. Далее белки. Какая прелесть. На высокой сосне белка, который час зовет бельчат по веткам попрыгать, лапки размять, шишки пособирать, а бельчатам не хочется из своего уютного гнезда вылезать. Ну что с ними делать? А у меня ушастый очень любит на белок смотреть. Мы когда с ним впервые пошли в Кусковский парк гулять, он просто с таким восторгом на белок смотрел. А я потом ему всегда говорю: пойдем белок смотреть. Я говорю: где белки живут? Он сразу начинает голову на дерево задирать. Просто у меня ушастик с детства пытался залезть на деревья. Ему очень хотелось. Поэтому, когда он видит, что кто-то умеет лазить по деревьям, для него это просто вообще восторг. Дальше. На полянке среди душистого клевера и алых маков зайчата на солнышке греются. И тепло, и светло, и вкусный обед рядом. Хочешь, листики ешь, хочешь, травку. Ну и тоже вот, в принципе, тут что у нас? Клевер, наверное, да? Ну, по крайней мере, этих-то можно тоже точно серым красить. А вот и рябчик. Вывел своих птенчиков на прогулку. Малыши бегают по земле, червячков ищут, а рябчик зорко по сторонам глядит. Не мелькнет ли где тень хищного коршуна?
неугомонные волчата разыгрались, как щенята. Прыгают, тявкают, то за бабочкой погоняются, то за собственным хвостом. Такие хорошенькие. Полосатые кабанята всегда гуляют под маминым присмотром. Она никому их в обиду не даст. У нас, я помню, папа пошел с собакой гулять, но у нас тогда другая была собака. Ну, и он как бы очень хорошо с другими собаками дружил, поэтому всегда компании гуляли. И всех с поводков отпускали, и вдруг все собаки притихли, к хозяевам прижались. Сначала никто ничего не понял. Там смотрят, ну, типа издалека сначала показалось, что какая-то собака большая идет, потом пригляделись, это кабан. Он спокойно вот здесь вдоль подъездов, прямо по тротуару, спокойно себе шел, потом свернул в арку и пошел в детский сад. Ну, видимо, из Кусковского парка. В общем, спокойно так разгуливал. Потом в новостях показывали. А вообще, конечно, все зверюшки очаровательные и большие, и только-только вот эти маленькие. Вот про людей этого не скажешь. А зверюшки с самого рождения красивые. Вот кто из нас лучше? Конечно же, звери. По многим параметрам. И уж если они рождаются красивыми, то уж тем более. Они все красивые. Проказники лисята решили поохотиться. Прыг-скок, цап-царап. Но пеструю юркую ящерку так просто не поймаешь. Ох, обожаю. Засмотрелся дятел на лисят. Даже птенцов накормить забыл, а они запищали недовольно. Есть хотим, есть хотим. Да, есть они все гораздо. Я сегодня делала суп, и у меня такая, ну, я делала рыбный суп из консервов. И открывала банку с горбушей, а у меня открывашка, она такая, ну, электрическая. Так вот ушастый, он уже запомнил этот звук, потому что иногда я ему корм, когда открываю, все, вот он тут же прибежал, хотя спал. А крошка-малиновка еле успевает летать туда-сюда. Подбросила ей свое яйцо кукушка, вот теперь и приходится чужого птенца кормить. А он вон какой большущий да прожорливый. Малиновки классные птички. У нас на даче в доме там были гнезда. Вот ласточки, малиновки и трясогузки. Сорочата у сороки совсем взрослые стали. Сидит она на ветке, да все на них поглядывает. Пора, пора уже расправить перышки и летать учиться. Ну что, готовы? Куда полетим? Тем временем на реке бобрята помогают маме. Пока она березовый ствол перегрызает, бобрята обломанные веточки собирают. Плотина должна быть крепкой и прочной. Красавец зимородок, умелый рыболов. Прошу прощения, я немножко торможу, потому что читаю через камеру. Потому что у меня на штативе, во-первых, лампа кольцевая, и крепление у этой лампы для смартфона, но еще и полэкрана закрывает. Ну, не полэкрана, но прилично, чтобы с трудом читать. Летел над водой, как стрела, вдруг завис, замер и раз камнем в воду. Поймал рыбешку и деткам несет. Кушайте на здоровье. Ну вот, кстати, да, слово «кушайте», оно вообще к животным применяется. Возле заросли камыша важно плавает чомга. Ее птенцы умеют плавать сразу, как вылупятся. А когда устают, забираются на спину к матери, чомга с ними даже нырять может. А вот так и проходят друг за другом летние деньки. И в заботах, и в радостях хорошо летом. Какая симпатяга вообще,
А я что-то такую даже не знала. И вот здесь вот примеры такие даны классные. Не, ну замечательная раскраска, она вообще просто прекрасна. Возраст 0+. Вот таких бы побольше. Я надеюсь, что в этой серии будет как можно больше таких раскрасок. И я очень надеюсь, что у меня будет вся-вся-вся коллекция. А это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, потому что впереди очень много интересного, в том числе будем красить вместе эту раскраску. Я благодарю вас за просмотр, хорошего вам настроения, здоровья, вдохновения. И мы с вами обязательно увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!